Привет, мои дорогие друзья и подписчики моего канала, зрители моего канала, кто первый раз смотрит мой канал. Меня зовут Руслан. Хочу вам сегодня представить новый проект. Это детский велобег трехколесный. Вот. Сейчас я его собрал в такой вот комплектации, как он есть. Вот. Хотя у него есть немножко расширение. То есть вот эта вот ручка снимается. То есть, когда ребенок подрастет, он уже может дотягиваться дальше. То есть, поэтому ручка эта снимается. Тут болты. То есть, здесь там в конце видео, то есть, я сделаю, то есть, видео по сборке его покажу. Здесь стоит сейчас фиксатор руля. Для того, чтобы... То есть, если ребенок маленький, понятно, что он ему все равно как рулить, как-нибудь нарулить. Поэтому, то есть, сделан то есть, фиксатор руля для того, чтобы он этот... не рулил. Здесь можно зацепить за веревочку и потаскать его. Также здесь, в принципе, предусмотрена ручка, которая длинная. То есть она получается превращается не просто в велобег, а уже идет как каталка. Также ребенок, мой сын уже, которому 7 лет, вот, он сюда вот ногами встает. Ну, опирается и катает моего младшего сына. Также еще предусмотрел я здесь именно для подставочки для ног. Вот так он вставляется. Сейчас мы переоборудуем его как уже тележку. Здесь тоже это все дело снимается как конструктор. Вставляется вот такая вот ручка. Там есть направляющий шестигранник. Вот такой вот. Для того, чтобы было удобно попадать шурупом, то есть болтами. Резьбу я там в середине нарезал. Получается. И спинку можно назад поставить сюда. Все. Теперь он превратился уже в каталочку для маленького ребенка. Там еще я сделаю, может, поснимая ребенка, пару кадров покажу вам. Ну и, в принципе, как-то немножко собиралось, делалось. Я это тоже там в конце фильма, в конце этого обзора сделаю. То есть пару кадров покажу вам. Вот. Поэтому, кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на мой канал. Вот. Кому понравилось, поставим лайк, подписываемся на мой канал, кто еще не подписался. Кому интересна такая позиция, можете мне звонить, мы можем такое изготовить. И вот здесь вот можем не красить, а просто можно под масло, либо сделать розовый цвет, любой цвет, в принципе, можем покрасить, отверстие сделать скрытым маслом. Не хотел полностью красить его, там, выкрашивать,
хочется показать его натуральность. Есть еще как бы задумка проекта двухколесного, но это немножко будет позже. Ну что, с вами был Руслан, до новых встреч, всем пока.
Так, собрал я, в принципе, все это дело. Здесь тоже вставил шестигранник, здесь еще добавлю болты обязательно. Ну, в принципе, здесь тоже болт добавлю для сжатия, чтобы лучше держал. То есть вот это как раз для ножек я сделал сюда подставочку такую. Вот единственное, что с рулем немножко, я здесь, конечно, немножко просчитался. Руль очень далеко будет находиться от рук, поэтому руль придется перерисовать, перечертить и сблизить ручки немножко сюда. Потому что здесь они реально, то есть они очень далеко получились, поэтому как бы вот так вот. Такая вот моделька. В принципе, еще забыл добавить, сюда поставил спиночку. В дальнейшем, конечно, можно еще сделать шестигранник сюда повыше, для того, чтобы спинку выше можно было ставить. Ну вот, что, все мое хозяйство я вскрыл маслом два раза с перешлифовкой, потому что велосипед будет использоваться на улице, то есть это может быть дождь, либо последождевая погода, чтобы вода не впитывалась в дерево, а имела, то есть этот велосипед водоотталкивающее действие, вскрыл маслом все. Вот. Правда, этой фанере ничего не будет, она влагостойкая. Вот, хоть даже ее не вскрывай, она все равно не разбухнет. Но это делается защитная пленка для того, что если запачкается велосипед, его можно было спокойно помыть, даже с керхера. Ну что, потом я уже покажу его весь в сборочке. Какой он. Так, ну что ж, мои дорогие друзья, проект подошел к концу, я уже начал собирать. Осталось самое-самое приятное, это сборка готового изделия. Масло уже высохло, но очень оно сухое. Колесо я уже переднее одел, там у меня впереди обычная шпилька 8 стоит. 608 подшипники я покупал, их там, где ролики продают, и вместе с роликами, эти подшипниками, то есть набором идут, там втулочки такие, вот сюда я между колесом их вставил. Вот, сейчас засуну сюда шпильку. Пытаюсь все это дело наживить. Ставлю гайки с нейлоновым кольцом для того, чтобы законтрагаялись, чтобы гайка не раскручивалась. Thank you.
Колеса я взял за основу, пошел купил тоже, опять же там где ролики продаются, это колеса для самокатов. Нужно шайбу одевать по-любому. Здесь можно обычные гайки брать и все. Носил я на проверку своим детям. В общем, мой младший не так был заинтересован, как старший. Что я изменил? Когда у меня ребенок сел, то как бы для его возраста немножко руль далековат. Поэтому я внес изменения, вырезал еще такой вот как бы удлинитель. Раз. Это специально для него. Сюда мы сейчас крутим М6 болты. Вот. Резьбу даже там нарезать. Просто нарежу прямо в фанере. Резьбу. Она достаточно крепкая. Поэтому этого усилия здесь достаточно. Будет нормально. Давай, поехали. Ага. Хочешь за ручки? Давай. Ой! Ты высоко для тебя, Бадамир. Вкусно заедешь. Давай. Рулей. Поехали вперед. Да. Вот так. Кататься не хотим, будем катать, значит, велосипед. Садись, покатай. Иди садись. Садись на велосипед. Давай, иди сюда. Да. Рулей. Куда едешь? А, задом. Ты как черепах. Не черепах, а крак. Ты как крак, да, задом. Угу. Треба тебе сидушку підняти, наверное. Щось поломалось, да? Треба ремонтировать, да?
Я забыла, что катер на пути. Да-да. Опа, на кулинка, да? На старт приготовим. Сами едем, да? Ой, ой, сейчас бежу быстро. Давай, катай. Пора, тр-тр-тр-тр-тр, да. Тр-тр-тр-тр-тр. Так, побежали.